60% россиян заметили изменения от внедрения мусорной реформы. И это повышение тарифа на вывоз отходов. Такие данные приводит Левада-центр. Подробнее о результатах социологического опроса в нашей еженедельной рубрике, посвященной мусорной реформе. Левада-центр опросил 1600 человек из 50 регионов страны. Большая часть наших сограждан о мусорной реформе знает. При этом каждый десятый опрошенный отметил постоянный перебой с вывозом отходов. А 43% россиян жаловались на повышение тарифа. В результате опроса оказалось, что 16% наших соотечественников уже практикуют сортировку мусора. Половина опрошенных готова это делать, если баки для раздельного сбора отходов будут установлены рядом с домом. Треть россиян вообще не хотят разделять мусор на полезные фракции. Причем, согласно опросу, мужчины неохотнее сортируют отходы.